Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и подписчики. Сегодня мы играем Гаррис Мод, карту у нас FNAF 1, давно у нас не было прохождения. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Нажимаем старт. Эту карту обновили еще где-то неделю назад, я все пытался ее записать и сегодня решил. Так, я слышу, электричество там стреляет. Почему они так слабо нападают? Это же вторая ночь, они должны уже быстро нападать. Вообще никого нету. Слабо, слабо. И управлять типа аниматрониками нельзя. Очень печально. Ой. Блин, а что, слился что ли? Да странно, я ж возле двери был. Я даже слышал запах пирожков. Давай, проходи уже. Так. Ночь продолжается, отлично. Я думал, я слился. И все тоже. Так. 2 часа ночи. Ребята, мы должны эту ночь пройти по-любому. Если мы не пройдем, то мы... Непрофессионалы охранники. Так, 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 так. Чика, я знаю, там Чика где-то ходит. А, она стоит. Так, надо быть внимательнее. Она так не убьет, не закрывайте двери. Она убивает возле окна или возле, когда прохода стоит. Так, нет. Не тратим энергию. Так. Там никого не было. Боня, может, уже стоял? Он быстро уходит. А, не, он так тоже не убивает, пацаны. Сегодня у нас обучающий урок, что не надо закрывать двери, когда они стоят с этой стороны. Только или возле окна, или в проходе. Фокси нас убил, да? Я пока болтал, он прибежал, надо было громче громче сделать. Блин, жесть. Не смогли пройти с первого раза. Так, ребята, дубль 2. Начинаем проходить. Сейчас точно пройдем. Блин, он прибежал во вторую ночь. Я думал, в третью прибегает. Все, пацаны, очень внимательно. Эта ночь наша. Понял. Ждем. Так, так. Ожидаем, пацаны. На картофанах сидим, ждем. Теперь я буду слушать игру очень сильно. Я прям чуть ли не на всю сделал, чтобы слышать. Гром гремит. Кто-то присоединился к нам? Нет. Чё, блин, я испугался. Фокси так забежал, как к себе домой. Еще круг тут сделал, навернул. Потом только меня убил. Блин, это как-то странно. Вторая ночь, и мы уже слились втроем, играя. Много болтал, потому что надо запомнить. Что? Да как вы умерли? Проиграли, так проиграли, ну что ж. Вы ее видели или нет, пацаны? Я не знаю, я ее не видел. Нет. Может, я на монтаже посмотрю. Если она стояла возле окна, мы не видели, это будет очень смешно. Ну, посмотрим. Все, говорю заново эту речь. Пацаны, мы должны эту ночь пройти. Это будет повторяться ночь, пока мы не пройдем ее, как в фильме. Так, блин, уже испугался, у тебя красная морда. Человек-паук. Шериф. Я слушаю. А, тут же может рандомно, может раньше прибежать, не только в 2. Может и в 3, и в 4. Так, пацаны нервничают. Атмосфера напряженная. Я буду очень внимательно слушать Фокси. Я успею закрыть. Пацаны, справа сторона, дверь, это ваша. Но я буду все равно подчекивать, слева моя. Надеюсь, мы не затупим сейчас. Так, я смотрю двери одновременно. Ничего не пропускаю. Слушаем. Так, 2 часа ночи. Это тот момент, когда может прибежать Фокси. Так, 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 слушаю. Слышите? Не слышите, я тоже. Я так громко наушники сделал, я все слышу теперь. Каждый шум. На максималках. Так, слушаем, слушаем. Этот гром еще на улице напрягает. Так.
Блин, я так боюсь почему-то, не знаю почему, но как-то когда громко сделал, прям как-то страшно. Музыка такая атмосферная, фоновая. Гудит, слышно, компьютер. Гром на улице. Пацаны бегают. Вообще никто не пришел ни разу. А, я смотрел на 2 и говорил 2 часа ночи. Час ночи. Вот я умный, думаю, что так быстро ночь прошла. Так, теперь слушаем. Чика пришла, понял. Смотрите, чтобы она не подошла до прохода. Да и Бонни пришел. Но я успею нажать, пацаны. Я же профессионал. Ждем. И слушаем. Гром отвлекает очень сильно. Блин, прикольная. Атмосферная ночь. Так, слышу какой-то звук. Так, так, так. Сейчас, мне кажется, Фокси побежит. 2 часа. Так, ты пыхнулся, Бонни, я видел. Такую мелкую телепортацию видел в воздухе, что-то пролетело. Он очень быстрый. Так, никого. Просто никого вообще. Да как? Никто ни разу не пришел? Может, они знают, что мы очкуем? Вы, пацаны, очкуете, поэтому они не идут. Я несу. Я просто боюсь. Ага. Я так тоже подумал. Так, пацаны, сейчас будет Фокси бежать. Надеюсь. Я успею. 3 часа. Это рекорд наш, пацаны. Мы так долго никогда не доживали. Так, смотрим. В 2 двери. Одновременно. Почему так легко? Очень легко. Чика, что ж. Молодец, молодец. Ушла. Так, сейчас Бонька должен прийти. Молодец, скромник, затащили. Отбили атаку. Постоянно какое-то щелканье слышу на карте. Такой интересный звук. Наверное, так и должно быть. Бонька стоит и глазами смотрит в мою сторону. Очень странно. Хочет меня замочить. А, это пацанера бегают. У них каблуки так щелкают. Так, 4 часа сейчас будет. Смотрите. Так, так, так. Давай, 4 часа. А кто там был? Никого не было? У нас энергии много, в принципе, нам не жалко. Так, отлично. Фокси? А чё я его не слышал? Я не слышал стук в двери. Может, тогда и поэтому я тогда и проиграл, что его не слышал. Пацаны внимательно слушают. Какие-то стекла там разбиваются. Какие-то зомби как будто орут. Но мы тащим. 4 часа. Осталось 2 часа. И мы пройдем. Это точно. Так, мне кажется, в конце какой-то будет заподлянка. Или одновременно с 2 дверей нападут. Или как-то по-хитрому, что нас обманут. Надеюсь, мы не поведемся, скромник, с тобой. И затащим. Так, так, так. Ага. Другого ответа я не ждал услышать. Так, этот челик ожил. Так, что-то Фокси, если я не слышу, тогда это, скромник, если что, закрывай. Потому что я что-то Фокси вообще никаких звуков не издает. Обычно слышу, как он там топает. Так, 4 часа, сейчас уже 5 скоро будет. И мы все-таки затащим эту ночь. Самая спокойная серия. Потому что нема с чего угорать. Ребята, 5 часов, ну что ж. Это та серия, когда мы пройдем все-таки. Да как мы не смогли пройти? Фокси прибежал, у меня никаких звуков он вообще не издает. Может, мне надо саунд какой-то скачать? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!